Всем привет. Вот хотел бы спросить у вас, как вы считаете, как будет проходить эксплуатация Северного потока газопровода с России в Европу? Будет часто происходить какие-то неполадки или какие-то сбои даже глобального какого-то масштаба, которые будут производить до поломки, до нарушения, так сказать, работы этого газопровода? Напишите в комментариях, как вы считаете, как часто будет происходить поломка этого газопровода и что будет предпринимать Россия в случае того, если это будет происходить почти каждую неделю.